Там катер фигачит с водометом. Мне кажется, он плывет быстрее, чем машина едет. У него сзади такой поток воды. А, это катер, это катамаран. Он на двух этих поплавках. Это рейсовый паром. Вот, на фоне этой тюрьмы Алькатрас. Что, начинается новый день. Вперед. Единственное, что успокаивает, завтра выходной. Что-то я так стал радоваться выходным. Раньше работал каждый день. Че, еще не проснулся? Письмо, я тебе говорил, письмо написали, реклама, повесите у себя флаг на окне и получите 1000 рублей. Максимально может 3 флага вешать и заработать 3000 рублей в месяц. Под кроватью нашел такое чудо. Супер. Персей Виктор. Для масштаба вот рука. Блин, класс. Это какой-то 50-х годов, наверное. Радио. Да, вот так валяется в пыли с отрезанным шнуром. Шнур отрезан. Ну, поехала. Метро. Здесь проходит линия метро. Поэтому так шумно. Здесь такой райончик. Ну, бедненький такой райончик. Домики такие. Бедненькие. Машинки такие вон. Ретро. Лохматых годов. И вот они из этого дома переезжают. Переезжают, а мебель оставляют. Говорят, мебель остается. Чем остается? Потому что, говорят, плесень. Я прошелся по дому, а в доме нету приточной вытяжной вентиляции. Вообще нету. И, ну, воздух застаивается, получается плесень. Короче, дом строили балбесы. То есть не всегда американцы хорошо делают. Бывает такое. И они забирают только одежду там, что-то. Все остальное, они говорят, заражено плесенью. Что заражено-то? Тряпочка протри, да и все. Если в доме будет нормальная вентиляция, не будет там никого плесени. Она засохнет, и больше ее не будет. Ну ладно, что, они умнее. Lived here before. Ты жил до этого здесь. Ну, типа, вот он сайт сделал, 900liberty.com. Типа, если ты жил до этого, давай вместе объединимся, потому что здесь все заражено плесенью. Тебе кажется, люди больные. Дело не в плесени заражено, а просто вентиляция. Мне нравится найти другой дом, где нормальная вентиляция. Но вот он считает, что это типа зараза какая-то. Огромные поля солнечных батарей.
прям гектарами, целые гектары солнечных батарей. Приехали на какие-то непонятные склады. По адресу здесь должен быть сторож. А что здесь? Авто рейтинг. Ух ты, какие машины. Класс. Такие ретро автомобили. Но явно не сторож. Курим. Балдеем. У них здесь в сториджах, ну такие сториджи, стоит там байк такой. Байк с огромными колесами, с пыли. Я так думаю, что, ну, с Burning Man. Я говорю, байк для Burning Man? Они говорят, да. И у них еще одежда такая, ну такая вот, как у этих, радугой такая вся, меха там всякие. То есть, ну, выяснилось, что они 14 раз были на Burning Man. Я говорю, блин, Burning Man, my dream. Они говорят, да, круто. Короче, это чуваки из Burning Man. Тоже хочу когда-нибудь съездить на Burning Man. Я думаю, у меня получится когда-нибудь. Здесь такой инжир растет. Как выяснилось? Сейчас. Инжир. Ого. Блин, гнилой. Ого. Ну-ка, проверим. Сладкий. Но он какой-то... Он какой-то светлый. Почему-то не темный. Вкусно. Надо по тягрущикам поработать. Tesla инвертор. Видимо, солнечный батарей, наверное, какая-нибудь, если Tesla инвертор. Супер домик. Сосед что-то пытается со мной там поговорить, а я его не понимаю. Говорит, испаньол, я нет, Russian. Ну, говорит, я русский не знаю. Что-то такой домик. Получил такую посылку. Эхо Шоу. Это голосовой помощник от Алексы. Запечатанный. На маркетплейсе, Facebook Marketplace, их продают $30-35. Короче, два раза, даже чуть дешевле, чем два раза цены. И я еще даже не распаковывал. Прям они запечатанные. Ну, видимо, как-то по промо-акции там покупают люди. Два гугла я уже разобрал. Это первого и второго поколения платы. Значит, сделал уже модели. 3D модели. Вместе вот с платой питания. У них есть небольшое отличие.
Я планирую сделать корпуса, чтобы подходили прям и к этой, и к первому поколению, и к второму. Здесь немножко микрофоны только отличаются. Здесь 3 микрофона, здесь 2 микрофона. Вот. А Алексу еще не разбирал меня. Я взял тоже 3-го поколения. Алексу еще не препарировал. И сейчас должна мне прийти по почте 2-го поколения тоже. А Эхо Шоу я планирую там тоже под них попробовать корпуса делать. Это с 5-дюймовым экраном. Они разные бывают, Эхо Шоу. Так, сейчас вскрываем. Есть еще с 8-дюймовым, но мой принтер не позволяет такие корпуса делать. Может быть, когда-нибудь разживусь. Есть такие принтеры, 3D-принтеры, у которых окно печати 15 дюймов. Там можно будет уже под 8-дюймовый экран. Вот такая вот колоночка, голосовой помощник, который ждет печальная участь быть разобранной на запчасти в благих целях, в целях эксперимента. Так, что здесь? Блок питания? Ну, стандартный блок питания. Класс. У нас по улицам ездит такая машинка. А, она думает, что я мороженое хочу купить. Короче, она с мороженым. Играет такая музыка. И вот люди выходят, покупают мороженое. Это такой молл. Сейчас вот так. Такой молл. Здесь всякие закусочные. Какие-то магазинчики. Five Guys. И я сегодня иду... Вон Виталик стоит. Сенро Суши. Все. Короче, идем. Виталий скучает. Ну, я тебя не снимаю, только тарелку снимаю. Чего ты там? Че ты ешь? Новый способ. Чувак мне принес, как детям приносят. Он посмотрел, что у меня ничего не получается. И, короче, предложил такую штучку. Виталик наелся. Наелся? Суп. Мистер Рамен. А это такой типа молл, который состоит из разного рода кафешек. И нам нужен Сенро Суши. Интересный какой-то ресторанчик. Applebee's. Говорят, что здесь чисто американская, типичная американская кухня. Но я там еще не был. Вот так вот украшают дома. Типа какие-то статуи ужасные. И подсветка. Класс. И вон там тоже. Супер. Еще один дом. Еще один дом. Тут жених с невестой. Класс, такие скелеты. Супер. А, вон там еще висят. Вон там. Я не знаю, можно заходить сюда? Такие скелеты. Один подает руку. И... А, это тоже там на крышу лезет. Скелеты. Люди, что так не придумать? К Хэллоуину. Ну вот надувные, они чаще всего встречаются, такие фигурки. Это что тут? Ну, типа памятник такой. Рип. И, а эти что-то, я не знаю, гоблины какие-то. Гоблины что-то делают. И на стену проектор. Ну, типа привидения летают. А, вот еще кто-то стоит. Ее плохо видно. Да...
Ну, тыква, само собой, паутина. О, у чувака яхта какая. Катер. Не яхта, катер. А с другой стороны, тоже вот, ну, без всяких подсветок, например, но просто навешали. Ну, какие-то скелеты всякие висят. Такие страшила. Номер у него прикольный. Эллен Уокер. Вот еще одна инсталляция. Ну, камера плохо снимает, ничего не видно. Вот на велике скелет. Ну, все типа должно быть каким-то таким ужасным. И вон там три этих какие-то, типа привидения. И типа огонь горит. А, не привидения, ну, как скелеты стоят у огня. Скелет собаки. Типа памятники какие-то. Прикольно. Да, круто. Хэллоуин. Такие типа дети зомби за решеткой. Да. Когда мимо проходишь, он сам включается и начинает что-то говорить. А вот здесь типа могилы, эти скелеты, привидения, и вон какая-то большая-большая огромная херня. Ну типа тоже скелет какой-то. И вон там еще это, у двери какое-то стоит привидение. А, вон скелет еще сидит, а это прям светится огнем. Такой огромный, выше дома. А, и окна они же там заколотили. А здесь кости лежат в траве. Прикольно. Да. Еще понимать, что он там говорит, этот робот. А вот очень интересно такой. А, там проекция привидений на стене внутри. И какой-то такой дракончик. Надувной. Я не знаю, как это связано с Хэллоуином, дракон. Но, видимо, тоже на Хэллоуин. А здесь скелетов кучу свалены. Гроб стоит. И все эти заборчики такие сделаны с черепами. А здесь какой-то типа коридор. И там руки торчат. Здесь дом, он без привидений, просто тыквы, но сделано очень стильно. Все в один цвет сделано, таким памкин, таким желтоватым. И тыквы, и подсветка. Так стильненько сделано. Прикольно. Вот еще одна проекция. Дракон. Внутри у него что-то там светится, крыльями шевелит. И вокруг так украшено, как будто новогоднее какое-то что-то. Ну, лампочки там всякие. А, там скелеты какие-то летают. Обычно привидения летают. А, еще какие-то черепа, что ли? Да, типа могилы черепа такие светятся. Да, прикольно. Вот еще вариант домика. Ну, тоже так стильненько. Вот там глаза наверху, в окнах. И проектор. Ну, зато подсветка так все в одном стиле. Такой стиль памкин. Стиль тыквы. Да, интересно. Вон так американцы. Они как-то... Как... А, ну они, я думаю, сейчас закончатся и сразу на Новый год перенарядят. Ну, вот они часто используют такие вот надувные фигуры. Вон огромная какая... Ну, типа соломенное чучело. Видимо, это где-то продается. То есть они не сами, а просто покупают. И очень часто используют паутину. А, там еще что-то вот какие-то взяли краску какую-то. А, нет, это проектор, по-моему, там проектирует. Хэллоуин, название. На скелетах и паук. А паук изнутри, наверное, отдельно подсвечивается. И какие-то там висят скелеты еще. Плохо видно, но видно.
Ну, такие стандартные надувные фигурки около дома. И типа какой-то стробоскоп моргает на паука. А, и паутины такой все затянули. А эти, они что-то с моторчиками, наверное, вот эти надувные. Вот люди заморачиваются, да, что-то покупают. А, руки что-то торчат. Торчат из земли. Руки скелетов. А вот без всяких подсветок, просто надувные фигурки. Даже миньон, который держит тыкву. Ну и привидение с тыквами. Такой стандартный набор. А, гибрид, он заряжается. Люди вот на гибридах ездят. Во! Прям как в магазине. На любой вкус. И огромные привидения. Оно прям вот по тротуару идешь, и оно на тебя смотрит. И веселые какие-то привидения. И все такие с моторчиками надуваются. Паровозик с привидениями. А там что? А там тыквы. Тыквы. Памкин. Спики. А, спуки. Или спуки. Тележка с тыквой. И он еще. А, и тоже дракон. Видимо, дракон это так должно, наверное, быть. С Хэллоуином как-то связано. Ну, американцы. Ничего так не придумают. Ну, опять такая стандартная. Это надувное что-то. И написано Halloween Town. Town типа город, что ли? Ну, Хэллоуин город. И вот с противоположной стороны еще. Тоже надо сейчас сходить посмотреть. А, ну здесь просто какие-то фигурки висят. Всяких черепа там, скелеты, пауки с паутиной. А, вон немножко снизу там подсвечены еще эти памкины. Типа как будто там свечки. А, здесь тоже какие-то тут руки, черепа какие-то валяются. И все в паутине. Китти-китти. Гуляешь? Чего? Что, тебя не кормят, что ли? Или не гладит тебя никто? Никто тебя не погладит, да?